Вашингтон, 2 мая, РИА Новости. США решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии, ВИК, Ливии в Триполи, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа Хезерна Уэрт. Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи, ответственность за которое взяла ИК, сказано в документе. Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид Аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи. Телеканал Аль-Арабия сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. По данным местного Минздрава, жертвами атаки стали 11 человек, в основном охранники ВИК. Правящий в Триполи президентский совет Ливии объявил на подконтрольной ему территории страны трехдневный траур. Ранее в среду ИК также взяла на себя ответственность за произошедшее во вторник нападение в иракском городе Эт-Тарме к северу от Багдада, в результате которого погибли 7 человек. Террористическая организация, запрещенная в